подавляет Луну, а не дополняет ее. Лукас! А, вот вы где! Как спалось? Да какой тут сон? Конечно, лаборатория в плохом состоянии, но она вдохновляет меня. Еще чуть-чуть, и я завершу великое дело. А ты? Ты можешь мне помочь? О, да-да. Что надо делать? Амисия, подай мне флакон со стола слева от меня. Ладно. А я? Дай помогу. Для завершения нам нужен свет. Хьюго, иди за свечкой. Легко. Похоже, это она. Держи, что-нибудь еще? А, да, концентрат лаврового сока. Он у меня за спиной. Сейчас принесу. Что такое великое дело? Ты готовишь пирог? Это эликсир, что осветит тебе путь. Маяк для носителя макюла. Я открыл его ночью. Вот. Хорошо. Так, слезы ангела, вершина алхимии. Эликсир. Хьюго. Вау, великое дело. Этого не должно быть. Да ладно, Лукас. Мне кажется, тебе пора отдохнуть. Как думаешь, Хьюго? Молодец, Лукас. Ну, прям колдун. Амисия, идем. Уже иду. Хорошо, теперь можно идти. Куда ведет эта лестница? Кстати, ты не видел Мили? Нет. Наверное, она уже ушла. О нет, я хотела попрощаться с ней. Надо бы подлатать эти тюфяки. Ух ты! Похоже, этот замок веками стоял пустым. Алхимическая реторта. Лукас будет в восторге. Амисия, давай вместе. Что, развлекаетесь? Думаю, инквизиции тоже весело. Мили, мы думали, ты ушла. Идем. Надо поговорить. Что такое? Замок превратился в руины. Ах. Для вас это очень кстати. Этот замок строили опасные ребята, так что не дурите, и все будет хорошо. Значит, ты пойдешь за Артуром? Если нужна помощь? Это мои проблемы. Ты слышала то же, что и я.
Эти псы из Инквизиции потащили его в бастион. Я знаю, где мой брат. И я его найду. Амисия, смотри! Слушай, насчет Хьюго. С ним, конечно, непросто, но поверь мне, оно того стоит. Он тебя спасет. Братья же всегда нас спасают. Даже если иногда их прибить хочется. Знаки, Амисия! Понимаю тебя. В любом случае, не уходи, не попрощавшись. Это не в моем стиле. Амисия, идем! Иду, Хьюго! Ты что-нибудь нашел? Внизу картинка! Какая картинка? Которая в столовой. Я покажу, идем! Сейчас приду. Смотри, те же знаки. И правда, может, это герб алхимиков? Видела дерево. Дерево? Давай, сюда. Вернись. Куда ты? Ты нашел новых друзей? Да. Амисия? Не знай, что я боен. Нет, нет, нет. Послушай, мы придумаем, как тебя вылечить. Тем более с нами Лукас и Мили. Лукас, смотри, тут бабочки. Кажется, кому-то страшно весело. Оно растет. Да, макюла в его крови развивается. В книгах написано, что у этого процесса есть несколько стадий. И на пороге каждой из них носитель может погибнуть. Сколько у нас времени? Очень мало. Хьюго приближается к первому порогу. Мой мастер и твоя мать пытались замедлить этот процесс. Как? Что они делали? Они работали над сложным эликсиром, который дал бы ему время подготовиться. Ты знаешь, как его приготовить? Они знали больше моего, но в своей работе они опирались на одну книгу. «Сангвинис и Тенера». То есть с книгой ты, боюсь, может что быть... нет. «Сангвинис и Тенера» – опасная книга. Ее запечатали вместе с другими трактатами в подземелье их университета. Идти за ней будет нелегко. Точнее, это будет самоубийством. В обычных обстоятельствах – да, но сейчас кругом хаос. Возможно, у нас есть шанс. Я знаю это место. Там неподалеку держит моего брата. Если ты хочешь рискнуть, я могу провести. Спасибо. Ладно, пойду собираться. Когда будешь уходить, загляни ко мне. Для этого тебе понадобится снаряжение. Я все подготовлю. Хьюго, прости, но мне правда нужно идти. Не волнуйся, я буду с Лукасом. Отлично. Я скоро вернусь. Придется потрудиться. Ах, да, вот наши находки. По крайней мере, так мы не потеряем их в этом бардаке.
А, могила. Осторожней там. Наверняка там опаснее, чем здесь. Не беспокойся, мы сможем за себя постоять. Не сомневаюсь, но все равно удачи. Ну, наконец-то! Ладно, идем. Держи. И еще кое-что. Однажды Лаврентий мне сказал, что на пути книги раскиданы розы. Так что гляди в оба. Розы. Хорошо, попробуй их найти. Первое правило выживания – бей прямо между ног. А по голове не быстрее? Ты слишком добрая. Шш. А вот и городской вал. Что там за толпа на мосту? Это местные. Их вывозят. Дай угадаю, здесь тоже укус? Именно. А где укус, там и... Инквизиция. Ты моя умница. Нет. Ты знала его? Вор. Я с ним как-то работала. Ловкий был парень. Значит, вот какое наказание за воровство. Смерть. Я не хочу найти Артура уже в петле. Идем. Быстрее. Мили, займи... Ладно, я открою дверь и пойду спасать Артура. Хорошо. А как найти университет? Это огромное здание в конце города. Не ошибешься. Как ты думаешь, мы еще увидимся? Надеюсь. За тобой должок. Черт. Так что не смей помирать. Сделаю все, что смогу. Прошу, давай, иди. Удачи. И тебе. Эти городские ведь знают, что если останутся, умрут. Думаешь, они уйдут по собственному желанию? Ладно, потопали. Надо вывести последних. Все путем, мы почти закончили. Город наш, дальше все пойдет побыстрее. Эти ублюдки! Что они делают? Вау. Похоже, университет там. Этот свет, он мне не нравится. Ладно. Это, конечно, далеко, но ты справишься. Вперед! Там!
Последнее предупреждение! Мы вас сейчас сами вытащим! Чёртовы богатеи! Осторожнее. Предупреждаю! Именем великого инквизитора Виталия введено военное положение. Город переходит под управление инквизиции. Всякий, кто останется в городских стенах, будет арестован и немедленно казнен. Военное положение? Что за вздор? Почему сейчас? Возьмешь тут что-нибудь, когда у тебя под ногами полчища крыс. Потащим. Везде так?
не знаю, где я нахожусь. Но я все еще жива. Иди тихо и не высовывайся! Что происходит? Нет! Это ж мой муж! Был твой муж! Теперь ему крышка, так что вали отсюда! Одна я не уйду! Я не могу без него! Заткнись! Про военное положение слыхала? Хочешь вперед него сдохнуть? О, Боже! Я заразен! Уходи отсюда! Слушай, что он говорит! Вон! Иди нахуй! Ой, нет! Нет! Ай, хватит с меня этой херни! Я на такое не подписывался! Боже! Прости. Что там творится? Когда все это кончится? Эй, ты! Стоять! Их всех казнили. Нечего тут стоять, мамочка. Зачем вы это сделали? Он хороший мальчик. Твоего сына вдернули за неподчинение. Он просто перепугался. Мы же собирались уходить из города. Все, хватит. Ты мертвецов видал? Это и называется дисциплина. Без дисциплины мы как крысы будем. Да без нас вы бы тут бардак устроили. Проваливай отсюда и скажи спасибо, что я тебя не арестовал. Помолись за сына и за инквизицию, которая вытащит тебя из этого Содома. Все мы отправимся в ад. Внизу слишком много крыс. Я туда не пойду. Надо сначала их отвлечь. Это за шум? Что у меня под... Фу! Не смотри! Не смотри! Так ли? Совсем ничего. Что это? Эй! Нет!
Я должен быть тверд в своей вере. Я тверд в своей вере. Как сказано в Писании. Ад Игнем. Ад Люком. Там кто-то шумит. Получилось. Ох, но запах этот я никогда не забуду. Университет! Видишь? Надо идти. Кладбище прямо на пути. Я очень не хочу через него идти. Заперто. Эх, была бы тут Мели. Ну да ладно, должен быть другой способ туда попасть. Наверное, здесь его поставили инквизиция. Он, похоже, крутится. Умно. Великий инквизитор дел на пути не бросает. Нужно, приятель, отбрось пару монет. Нет!
У вас у всех есть что-нибудь ценное. Я уверен, что-нибудь найдется. Ну же, Амиси. Что это? Эй, какого чёрта? Получи свое. Прекрасно. А теперь надо уходить. Магистр! Эписангуис! Так, посмотрим. Прекрасно. Простите за дерзость, но мы знаем, что его берут из крыс, только зачем он? Называется Адорис. Нихера себе! О! Это лишь одна из возможностей Эписангуис. Если его смешать с серой. Но нужен он нам не затем. Но чего ж мы его тогда не раздадим нашим парням, а? Это же... Он слишком дорог! Каждый кристалл Эписангуис нужен для выполнения наших замыслов. Кроме того, в таком виде... Он пару раз послужил причиной, как бы это сказать, прискорбных происшествий. Доставь это в бастион. На сегодня достаточно. Прискорбных происшествий? Прикинь, это же жена ноги попадет. В патруль потом на жопе ходить будешь. Эписангуис. Что это? Надо взглянуть поближе. Ушли. Ну же, это просто кладбище. А, опять трупы. Чего это они там копошатся? Так это и есть Эписангуис? Точно. Эписангуис из сера. Растереть и смешать. Так, теперь посмотрим, что получилось. Спасибо тебе, Лукас. Это спасет мне жизнь. Надо еще. Заперто.
Да, похоже на выход. Ну же, не так уж далеко. Здесь высоко. Надо как-то туда забраться. А Дорис их надолго не удержит. Нужно запереть их раз и навсегда. Да. Ну ладно, пожалуйста, пусть она будет на ходу. Очень громко. Отлично, еще немного. Вот видишь, получается, почти готово. Боже, что здесь случилось? Я все ближе. Надеюсь, Лукас, книга существует. О, Боже, больные. Они их перерезали. Они спустили крыс! Помоги мне! Я не могу! Извини! Невероятно! Они натравили крыс на больных! Пищите, да зубищами щелкаете. Сказать, что ли, чего хотите? Ха-ха. В бастионе будете визжать по-настоящему. Увидите. Они из вас там котлет наделают. Получилось.
Но почему? Потому что слишком поздно для тебя. Считай это милосердием. Но не беспокойся. Остальные будут скоро спасены. Эй, ты зачем его в воду столкнул? Сказали же, всех на ту сторону. Мы все равно туда не ходим, потому что там пиздец как воняет. Что? Повезло тебе, что ты хоть что-то чуешь. Почему они все еще здесь? Эписангис, клетки. Они не просто уводят народ из города. Мы все заболеем, пока будем тут торчать. Будем заражать друг друга, покуда до самого великого инквизитора не дойдет. Тогда точно никого не останется. Это же подвода алхимиков. Наверное, там есть что-то полезное.
внутри все горит. Что мне делать? Я не знаю. Воды. О, нет, не пей это! Оу, это какой-то кошмар. Ну же, будь храброй. Университет уже совсем близко. Который устроил этот беспорядок. Кровь родителей тоже на его руках. Хватит, дурью! Наконец-то! Сюда, великий инквизитор! Не изволите ли вы следовать за мной? Что они тут вообще делают? Черт! Я едва не влепил этому алхимику по роже! Да ладно тебе! Эти высокомерные засранцы хотя бы читать умеют! Значит, пускай себя ведут как конченые мрази? А ладно. Один из них сказал, что Виталию хреново. Мы знали, что так будет. Мы только не помолились. Университет. Так, книга. Вспомни. Лука сказал, что она в подвале. Путь усеян розами. А откуда тут розы?